Добрый вечер. В Нижнем Новгороде 18 часов. Главные новости к этому моменту. Боевой танк Т-34, собранный на заводе «Красные Сормовы», найденный поисковыми отрядами на Синявинских высотах в Ленинградской области, спустя 70 лет вернулся в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего. Легендарный танк прибыл из города Пушкино Московской области, где проходил масштабную реставрацию. Собранный танк установят на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Уже известно, что на его возведение планируется потратить около 1 миллиона рублей. Поиски детей, сбежавших в январе из санатория «Ройка», продолжатся завтра, 6 мая. Обследование местности будет проходить неподалеку от самого санатория, а также в окрестностях «Зеленого города». Сбор полицейских и волонтеров намечен на 10 часов утра. Просрочка по кредитам физлиц в России уменьшилась впервые с апреля прошлого года. Как сообщается в отчете Объединенного кредитного бюро, снижение просрочки в марте 2015 года составило 0,19%. Однако доля закредитованности населения по-прежнему велика. Так, каждый четвертый российский заемщик обслуживает 2 кредита, а каждый десятый – целых 3. Впрочем, по словам аналитиков, период кредитной паники уже позади. Какой-то безумной паники, нелогичной и там, не поддающейся никаким ни экономическим, ни фундаментальным, ни просто логическим законам, он закончился. Ну и вместе с тем укрепился рубль, что на какие-то предприятия позитивно все-таки повлияло. В целом, то есть, кардинальных каких-то изменений не произошло. У людей как есть дефицит средств, так он остался, как цены, собственно, поднялись на тот уровень, на которые они поднялись, они это не снизили, совсем никуда. В то же время, по мнению аналитиков портала банки.ру, снижение ключевой ставки Центробанком будет способствовать увеличению спроса на кредиты, что окажет влияние и на показатель просроченной задолженности. А вот после затишья второго квартала, в третьем текущего года, можно ожидать ужесточения ситуации с курсом рубля, инфляцией и безработицей, констатируют эксперты. В завершении, как всегда, о погоде. Завтра утром в Нижнем 6-11 градусов, днем до 14 градусов тепла. Облачность переменная, осадков не ожидается. Всем приятного вечера в компании с Горький ТВ.